На утренних торгах в пятницу единая европейская валюта предприняла попытку продолжить восстановление после того, как ЕЦБ не стал понижать процентную ставку, а также оставил без изменения свои оценки по перспективам развития экономики в еврозоне. На подъеме пара зафиксировала новый недельный максимум на отметке 1.3134, однако опубликованный к этому времени отчет по занятости в госсекторе США остановил покупателей. Снижение безработицы до 7,7% и значительный рост занятости на 236 тысяч человек за последний месяц вызвали паническую ликвидацию позиций на покупку единой валюты и обвальное падение евро против американского доллара. Инвесторы сбрасывали евро, курс которого за короткое время достиг уровня 1.2956, полностью растеряв все достижения прошедшей недели. Фиксация прибыли остановила падение валюты, и далее до закрытия торгов пара оставалась в узком ценовом диапазоне вблизи достигнутого минимума. В нашем прогнозе на понедельник предполагаемы развороты и коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3031, 1.3060, 1.31 и, возможно, 1.3134. Вместе с тем, учитывая негативный настрой рынка по отношению к перспективам единой европейской валюты, при открытии торгов существует вероятность краткосрочного снижения пары. Данный сценарий подтвердится только в случае, если продавцам единой валюты удастся преодолеть на снижении минимальный уровень предыдущей недели – 1.2956 и закрепиться под ним. Целями такого снижения станут уровни 1.2874 и 1.28, от которых далее вновь будем ждать коррекционного подъема валюты к вышеуказанным целевым уровням.